вы с ним сказали, что вы с ним познакомились в Америке, да? Да. Но не так близко. Знаете, вот я ближе уже познакомился, когда его выпустили из тюрьмы здесь. Он приглашал меня. Мы были на одном паре, где были очень много знаменитые люди. И я там с ним просто поговорил. Он эрудированнейший человек. Очень, знаете, это человек, который очень много знает. Он очень прекрасный рассказчик. И чувствуется, что вот эта его искренность, она подкупает. Конечно, у него одиссея его жизни, это очень сложнейшая. Он пережил столько, но он не потерял человеческое достоинство. И я лично вот с тех пор его не видел так. Я иногда так узнаю, где он там, что от других. А так вообще, знаете, он оставил прекрасное впечатление о себе. И моя песня, вот, которая написана, она в ней выражена то, что я хотел сказать об этом человеке.